Доброго утречка всем, уважаемые зрители, подписчики канала. Находимся на Савеловской. Сегодня утренний движняк. Ребят встретил. Отдали еще немножко долго в магазин. Пару соточек. 140 рублей, короче, остались. Должны. Машка и Черный. Не знаю, кто из них там сколько брал. Ну ладно. Ну и так. Завтрак, короче. У ребят завтрак. Подпишитесь на канал, поставьте лайки, напишите комментарии. Не забудьте нажать колокольчик, чтобы быть в курсе событий движения на нашем канале. Спасибо за поддержку, то, что поддерживаете в комментариях и на других каналах. Никого не слушайте, имейте свое мнение. Ну чего? Короче, забычился. Кто? Ой, те трое. Майк? Да. Хлестануть? Да хлестальщик, блядь. Только с ними бухал, блядь, утром, вот тебе хлестану. Их вот пальцем вынимал. Ты как кукушка же, ты опять, блядь, бухой, нахуй. Жрать будешь что-нибудь? Нет. Сигареты есть? Нет. О, есть. Пиздобол, блин. Чай будешь горячий с пирожком? Нет. А что тебе купить? Бухла? Бухла не куплю, не буду. Да, ты уже готовый, да? Да я не готов. Я расстроился. А что ты расстроился? Не поделили последний глоток виноградки? Как обычно. Ну понятно. Ладно, пойду к ним, подойду, что-нибудь там. Кого-то я тут увидел с утреца. Кто у нас тут? Никакую работу ему не надо, ты понял? Ёбаный насос. Что ты мне ебало хочешь набить, да? Я тебе за что? Давай, брат. Люба говорит, что я разрешаю. Маэстро. Да, братан. Я тебе звоню. Нихуя ты наушники приобрел. А я что, не отвечаю тебе? Да. Ты отвечаешь. Ну? Теперь ты меня вживую увидел. Рад тебя увидеть. Спасибо. Ты мой, я твой подписчик. Спасибо большое. Лайки все ставлю. Что ведется? Космос. Ну я опять с утра к тебе, нахуй. Найди пачку сигарет. Ну, жрать ты, как всегда, не хочешь. На тебе, блядь, опохмел шоу. Саня, дай 200 рублей. Не дам. Долги я за тебя отдаю в магазине вот здесь. Вот здесь, у Петровны. Вчера 250 рублей отдал. Ну, а нахуя ты отдал? Ну, должны. Это я должен. Ну, я отдал, какую разницу? Не надо было, блядь. Не надо сейчас 200 рублей, блядь, пожрать купить. Ну, 200 рублей я тебе дам. Санёк, а? Как жизнь молодая? Охуительно. Дела у него. Главное, чтобы свои не подводили, да. Я тебе, слышь, я так-то тоже за тебя, блядь. Красавица, красавица мне вчера писала с Прибалтики, ты общался с тёлкой. С Белоруссии общался. А, я с Белоруссии, да, извиняюсь. Вот она... Марта. Да, поменяла свое мнение обо мне, да, благодаря твоим словам. Да. Спасибо большое. Я тут много кому уже рассказал. Что, а знаешь, что самое интересное? Они не понимают, что они делают. Так-то, по сути, он пиарит тебя. Ну, пусть вот пиарит. Ну, знаешь, что? Такой пиар, я вот не пойму этого Игоря до сих пор. Хуёвый пиар, это тоже пиар. Ну, хуй с ними. Я так особо не вникаю в это. Конечная точка-то у меня. Правильно? Согласен. Они мне звонят, номер... Ты долго будешь кривой ходить-то? Еще раз твой номер свой телефон сказать, слышишь? Я вчера, бля, я как я уехал. Ну ты мне скажи честно, ты что хочешь, умереть или дальше пожить немножко? Да.
Он хочет умереть. Ты смотри, 2 дня. Вот я принесу, у меня есть джинсы, куртка, шапка опять, блядь, на круг. Толку? До вечера. Вот у меня осталось твоих где-то, ну хуй с ней, 1400. Твоих именно денег. Не помню. Ну, что? Вот мне говорят, купи ему спортивный костюм. Надолго он тебе? Что будем делать? Есть, блядь, опять не в обиду, мужики не слышат. Посмотри, какая она. Ёперный тютюшкин тютю. Это. Есть, блядь, памперсы, нахуй. Одевай ты, я тебе каждый день буду по одному приносить. Что, все уже? Нормально. Нормально. Или таблетки. Ну, хуй таблетки с бухлом. Они не катят, нахуй. Ну. Вот что с тобой делать? В этот... В дом ты ехать не хочешь никуда. На неделю хотя бы съездили в Лобню. На неделю. Там Губа, там Валера этот, белорус. Откиснешь, задумаешься нахуй. Пожрешь нормально в баньке. В баню тебе нельзя, у тебя болячка нахуй. Ну в такую, в остывшую уже баню нахуй. Что делать-то с тобой? Сил, Саня, помоги. А чем я тебе помогу? Что я сделаю? Подожди. Подожди. Саня. Помочь ему. Хуй под шкуру заволочь. Кто-то просит, да? 7000 человек просит. Саня, брат, ты и так помогаешь мне. Сними меня, пожалуйста. Да. Тебе как зовут хоть? Игорь. Игорек. Давай еще сюда. Я полностью писал. Помню, да, 7 тысяч человек пишут. Да, да, да. Ты кто из них? Какой по счету? Я, который тебе писал насчет денег, то, что 1500 платит. Помнишь? А, ну. Да, да, вот это я и есть. Понял, но у меня телефон до сих пор сохранился. Ну все, мы будем общаться с тобой. Что у тебя там в пакете? Да там шмотки, во, чуть-чуть есть. У меня есть это, если что, на крайний случай. Джинсы есть, твои лежат. Есть рубашка. Я помню. Все есть. Но деньги есть. Пускай у тебя. Саня, у тебя есть что-нибудь похавать? Купить что-нибудь. Блять. Короче, Валю поставить. Что я тебе куплю? Ну, какой-нибудь. Донер, пирожок там, что-нибудь. Ебать, назад возвращаться. Ну, сейчас куплю. А ты будешь пирожок? Нет. Ну, ты здоровый, по 70 рубасов. По 70 рублей? Да. Ты охуел, что ли? Ты, блядь, где же, с ума не сходи. Еще чувак тут один сейчас придет. Его надо билет ему купить в эту, в Жуковский, чтоб он уехал. В 9 часов должен прийти. Жуковский, в аэропорт? Город Жуковский. Короче, звоните мне, если нужны подтверждения какие-то, звоните мне, блядь. Мой телефон 8-591-712-7027. Даже да. Помню. Да. 4 месяца оплаченных. Да. Ну что, я тариф интернетом сожрал. А что я подтвержу? Звоните, кто кому помогает, и все скажет. Ты вчера с сестрой с нами разговаривал? Вчера нет, я ей звонил, когда ты в больничке лежал. Думал, может съездит к тебе, может что. Но она трубку не берет, я смс-ку написал, а она не отвечает. В Одноклассниках стучусь, она тоже не отвечает. Скажи, ты хочешь? Давай цукерку. Ну, на карманка. Цукерка на карманка. Вот, сегодня погода офигенная у нас. Маэстро, да. Ты меня добавь в Одноклассниках. В Одноклассниках? Да. Ну ты попросись, я тебя добавлю. Попросись, вот он просится. Там запросы. Окошко видишь, пойди в него. Добавить, друзья. Главное не в чекопеку, блядь. Да, твою мышь. Чекопеку, знаешь, что? А ты что сегодня? А ты что сегодня не на работе, я не понял? Я ушел с этого дома. А. Нахуй. Ну что, спасибо, что требую, понял, что тут делать. Я же сказал тебе. Я тебе говорил, как уезжал. Ты не поверил. Да нет. Я не знаю, пацаны вот звонили двое по демонтажу, но пока что-то тишина. У меня пока больше нет ни хрена по работе. А эти что там, Губа, блядь, с этими.
Но они так же, не так же, они там не работают, понимаешь? Ну да, они там... Да, чисто для себя, постираться, жрать, под, там, тропинку размести, чисто для себя. Короче, Куба там... Отдыхают. Жрать готовят. А ты откуда знаешь? Я с ним разговаривал. Когда? Вчера. Вчера? Да. Туда к ним нельзя пристроиться. А что ты там будешь? Командовать. Рулить нахуй. Только колбаха. Он тоже не Серега, не резина. Ему нужна там 3-4 человека. Полтора литра. Да нет. Браток, чтобы тебя сидеть. Еще один, брат. Вот он. Панзарович. Вот был у Сереги. Спроси у него, что он там делал. Сейчас спросим. Я вас привет. Вот он, охранник. На работу, наверное, идет. И какой там? Расскажи, что ты, какая работа у тебя была в Лобне? Ничего сложного. Ничего сложного? Ничего. Ну, например. Снег убирал. Снег убирал. Какой снег? А что ушел? Такой белый, знаешь, снег. Какой снег? Да это сейчас нету его, а неделю назад он был. Да. Бля, 2 недели назад он был, там пипец сколько. Да, ты в больничке был. Ты представляешь, в этом году был снег в Москве. Да, можно два, наверное, выйти. Валерий Александрович. Саня, а какой ты в больничке был, ты при снеге здесь тоже был, нахуй. Охуркал. За мной, да. За мной лазил везде, блядь. По тропам моим, блядь. Саня, ну ты что, на работу устроился, нет? Нет еще. Покажи паспорт, проебал или нет? Нет, со мной. Ну покажи. Ну я отхожу до стороны. А далеко лезть за ним? А, времянку. Да не доставай, зачем? Далеко лезть за ним. Далеко лезть. Ну, цел, главное. Повешу. Ну, все. Вот. Я дали ему год. Сколько у нас там время? Без 25:09. Уже все в сборе. В 9 придет чувак, надо его отправить, Жуков. Сейчас мы тебя раскрутим. Кого? Тебя. Нихуя я водяры не буду покупать. Я вон чекушку купил, я чисто космос. Мне водяры не... Космос с вами поделится, не поделится, это его вопрос. Он же не пьет. На кефир перешел. Я тебе говорю, что помню, блядь. Спальни на кефир перешел. Вот, на мировую не пойду. Пятихатку я тебе со Швейцарии отдал или нет? Да, дал, да. Всем привет, всем подписчикам привет. Подписывайтесь на наш канал. У нас, блядь. Тебе, а чем тебе помочь? Хрен под шкуру заволочь. На билет? Куда тебе на билет? На Тюмени. До Тюмени? Мы тебя автостопом отправим. Бля-бля-кар, бля-бля-кар. Поедем. Нехуй делать, с дальнобоем. У меня есть выход на гаишников. Попутчик.ру. Если можно, бля-бля-кар. Я столько машин. Ой, это к нам идет? Нет? Такого счастья там не видать. Там уже все. Да ладно, все. Списывать с китобоя корабля пора, блядь. Там уже на списание стоит, блядь. Очередь, очередь. Все, главное, пацаны в настроении. Космос даже еще разговаривает у нас. Да, еще может, может. Как летит. Грязнючий, но ничего, не вонючий пока, блядь. Бегать еще не бегает. Особо она. Уже не бегает. Нос вчера он асфальт где-то расковырял, новый люк будем ставить. Вчера, ну, позавчера, да. Он в тот же день, как выписали, уже вечером иду, уже все, морда раскорябана. Да ну нахуй. Опасно на улице выходить, опасно. Ты что опять забомжевал? Сколько я с вами буду бороться, блядь? Бомжами, блядь. Отправлю опять тут, блядь. Это бесполезно бороться. Это война, где нету подъездов. Ну вот у них, что они тут хуячат? Зеленая марка? Точно. Даже не поворачивая узнаю, что значит профессионализм. Его не пробил. Что, еще не выпил свою водку? Быча? Не. Полетела уже куда-то с этим, с белым Пашей. Ты черный, а он белый. Вот у них офис, у них здесь зарядка, телефонов, все дела. Короче, все бомжи блатные с телефонами ходят. С паспортами, с телефонами, ну бомжи. Евробомж. Не вчера мусора. Евробомж, я тоже евробомж. Вы охуели, блин. Все, рассказывай. Да.
Да. Спасибо. Спасибо, что смотришь. Я понял, телефон. А, вот, кстати, слышишь, черный? Вот он давал телефон. А, можешь себе его заточковать, там, короче, полторашка в день. Разнорабочим. Ну так, для информации, там сам решишь. 10 вариантов наберешь, один выберешь. У тебя пусть накапливается. У тебя база данных. Который тебе нагрубил. У меня и так там номеров уже телефон. Я тигуру со всей страны. Сразу меня не сломали. Так это, Барта звонил, да? Не, ну, в WhatsApp писал. Вот такое письмо там, как Лев Толстой нахуячило. Как она ко мне относилась и как теперь относится. Полдня, я разговариваю. Ну все, ты едешь в Беларусь уже, я так понял, да? Она едет. Причит, что приходит, да, вы? Одного сломал. Кто? Доехали на меня, я не помню. Ты что, доехал? Кого я там сломал? Хуй, дурак, у меня рука опухшая. Двое было. Один по-тихому съебался. Космос. А второй начал в базаре. Вот пирожок он, сука, не хочет, а вот выжрать он прям тут как тут. Это все-таки хлеб. Почему? Да он только выпил. Я никого. А что какое? Ну я так заскромничал. Вчера Серега был, да, здесь, радио Башка? А, вчера? Мне уже цинканули. А этот... Длинный опять забухал. Не видели сегодня утром? Серёжа, Длинный. Олег. Дмитровский. А, он здесь? Здесь? Сегодня с ним вместе в подъезде. Он до сих пор в подъезде. Я ему говорил, пошли. О, товарищ полицмейстер поехал на работу. 128-е отделение. Вон их грядка стоит. Архаровцы. А, вчера, знаете, переходим, блин, я не знаю, там взвод его там один, там. Ну что, будешь пирожок или нет? Будем. Будешь. Сейчас схожу куплю. Будем. И чаю. И тебе, да? Чаю. Чай я не донесу, пошли вместе. Пошли. Все, пошли мы за пирожками. У тебя сколько? Так, космос. Еда пришла, блин. Еда пришла. Доставка.ру. Да. Яндекс Маэстро, блядь. Горячий. Кстати, посмотри, чай я тебя не стал брать, он тебе нахуй не нужен. Ты иди, никому такой не подкидывай. Какую? Яндекс и а что? Бомж-доставка. Фирму сделаем. Бля, смотри, кто-нибудь как вот полицейский, когда пошли в 2002 году, мы их начали называть собаками. Сейчас бегает рэпс. Ну. Как вот такие, стоял рядом, слушал. Слышал, торговую марку сделал. Все, рекс бегает. Надо отжать. Саня, займись этим вопросом. Пока. Ты у нас как самый крупный охранник, бля. Офигеть. Космос, ты что будешь делать? Бабки считать, да? Ты будешь деньги считать в нашем предприятии. Главбух. Да, главбух. Пузырь, вот ключевое слово бух. Глав откинем, бух. Бух на носу, видишь у него? Бух-бух. Это как этот, золотой теленок, да? Там этот, который сидел. Приятного при царе аппетита. Сидел. При Петре сидел. Космос. Сам, блядь, с утра ничего не жрал. Да я шучу. Я яблоко заточил, мне хватает. Трынь-дынь-дынь. Яблоко. Да. Чистое железо. Не, я вчера кусил, зашел. Пацан заходит, я хочу слышать. Ну, у ребят у Савеловских телефонов больше, чем у населения. Все розетки заняты. Ты должен нафиг, все продинамил. Палец за один, все продинамил. Брось эту воду. Обалдеть. Че, сходили на вокзал? Пустили. Да? Сейчас самолет улетел твой?
самолет твой улетел? Ты уже пьяный. Я уже пьяный. Нафиг ты столько пьешь? Так, ладно, все это хорошо. Ребята, подписывайтесь на канал. Ставьте лайкосики, пишите комментарии. Всех благ, хорошего настроения, солнечного неба. Ребята наши позавтракали. Все ништяк. Космос. Епучий случай. Саня? А? Ты мне купишь пирожок какой-нибудь? Началось, блядь, пирожок. Я хочу есть. Вот, похавай. Надо на улице пожить, блядь. Да. Ты еще не прописался к нам, блядь, в бомжи. Ты же предъявление получал. Да, да, как с синяком будешь, тогда буду пирожок покупать. Так что накажи сиди. Семенович не наливает без синяка, да? Семенович без синяка не наливает. Всех благ, полетел я на работу. Вон лежат. Вон сигнал. Алик. Ау. Здорово. Привет. Ну что ты, пришел? Пришел. Ну. Ну. Куда сейчас собрался? Куда пойдешь? С собаками гулять пойду. Ну вот смотри, вот два Валеры есть. Один Валера и два, вот второй Валера. Загадывай желание. Желание. Я уже загадывал. Ну. Да. Если они. Желание, если сбудется. Сбудется. Да? По-любому. Ну, только, чтоб... А меня зовут Аквар, Али. Ну, очень приятно. Ну, теперь уже у тебя другое имя. Александр. Александр, да. Он ходил, ему было плохо, ходил в церковь. Теперь он уже стал Александром. Али Аквар стал Александром. Вот так, было плохо. Да. Христианство принял. Принял. От души. Это... Свои не помогли. Он, а вот... он теперь даже сало ест, прикинь. Да. Сало. Сало, водку пьет. Водку. Самогон. Все подряд. А ты не из-за этого случая христианство принял? Нет. Жизнь заставила. Блять, ладно, Алик. Да. Чё ты? Ты загадал желание, идёшь с собаками, да? Да. Ну давай. Ковры. А, ещё у меня крестик. Лежите. Иванович. Это ты где был, Алик? Куда ты ходил? Церковь? Церковь. Когда хреново было, мне вот помогли. Ты помирал, наверное, да? Нет. Нет? Нет. Ясно, Алик. Я молюсь. Крестик есть, все есть.